Вскоре на 30 остановочных комплексах в разных районах города появится информация обо всех ныне живущих почетных гражданах Рязани. На плакатах будут представлены их фотографии и цитаты, с помощью которых почетные граждане расскажут, за что они любят Рязань, почему гордятся родным городом и что он для них значит. Первый плакат появился сегодня на остановке «Таможня» на Московском шоссе. С него на рязанцев смотрит герой Советского Союза Альберт Слюсарь. За что он любит Рязань и почему этот город стал для него родным, Альберт Евдокимович рассказал нам лично. Я люблю Рязань за то, что, ну, действительно, я, как уже сказал, что я прошел многие гарнизоны, многие видел, где что чего. Ну, а Рязань, как я уже сказал, это столица воздушно-десантных войск. Я десантник. И, безусловно, я всегда патриот этого дела и патриот нашей Рязани. Тем более, что здесь я, вот, так сказать, прожил 33 года, уже даже более 33 лет. Я уже привязан к ней. И видел, когда я 33 года назад прибыл сюда, в каком состоянии была Рязань, какая на сегодня она меняется с каждым днем. Альберт Слюсарь стал одним из главных гостей торжественного открытия историко-патриотической акции «Почетные граждане. Достояние Рязани». Его приветствовали не только представители власти и жители Московского района, но и курсанты воздушно-десантного училища. Историко-патриотическая акция «Почетные граждане. Достояние Рязани» стартовала в рамках реализации проекта «Знаю историю, горжусь Рязанью». Главными инициаторами этого проекта стали учащиеся и заместитель директора по воспитательной работе школы номер 47. А идея его создания возникла в этом году на первомайской демонстрации. Мы с ребятами традиционно проходим маршем мимо трибун на площади Ленина. И в этот раз они мне задали вопрос, а кто там присутствует на этой трибуне? Я им сказала, что это представители городской и областной власти, ветераны труда и почетные граждане Рязани. И тут же возник вопрос, кто такие почетные граждане Рязани? Оказалось, что они не знают ни самих почетных граждан Рязани, ни что это звание вообще существует. Затем школьники провели анкетирование, которое показало, что не только дети, но и их родители не знают имен почетных граждан. Именно после этого и возникла идея создать подобный проект, который поддержали и власти города. Я очень рада, что такой замечательный проект, поддержанный Николаем Викторовичем Любимовым, наши школы выдвинули, школы Московского района. И я думаю, что мы все поддержим этот проект, потому что вот я сейчас стояла рядом с почетным гражданином Рязанской области, города Рязани, с Альбертом Евдокимовичем Слюсарем, и вот чувствовала ту мощь и силу всей Рязани, которую он в себе вобрал. В рамках данной акции также будут проводиться общественные мероприятия и классные часы, где горожанам и школьникам будут демонстрировать специально подготовленные видеоролики «Почетные граждане. Достояние Рязани». Организаторы также планируют запустить еще несколько подобных проектов по различной тематике, которые будут рассказывать о творческих людях и известных спортсменах Рязани, а также знакомить жителей областного центра с историко-культурным наследием нашего города.